Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной мини-обзорчик по поводу следующего героя. Ребята писали, просили показать им Космо, хотя я недавно делал сборки на Космо и также просили на оккультиста, но больше все-таки за Космо, поэтому пишите, какого вы хотите героя видеть в следующем на обзоре, и большинство определит следующий обзорчик. В общем, Космо. Офигенный автопрокер, дамагер и прочие варианты. Как видите, здесь стоит у меня раскол для архидемона. Это на сегодня один из таких топовых востребованных героев, так как он парализует за счет своего скилла на максимальном левеле, практически без кулдауна, плюс бьет. То есть такая вариация, плюс эмблема Бравлера и, в принципе, Оракула. Оракула, да, или борца, по-моему, борца. Для архидемона топчик. Другие варианты, какие есть по талантам. Варианты ремка, варианты ожива для фарма. Для PvP локации ремку ставите, плюс там оживу, допустим, либо другой вариант эмблемой на урон, плюс подашку. Вариант оживы очень классно заходит на волны, то есть качаете 9-ю оживу, и вы сможете, я вот с 9-й оживой, вот с таким Космо прошел последнюю волну, хотя я ее не хотел фармить, но мы на стриме зафармили. Вариант с ПДшкой больше для PvP локаций, потому что он сливается. Ставите ПДшку плюс ремку, можно такой вариант. То есть, в принципе, по талантам еще вариант есть ИСО, чтобы не сливался, был более стойким. То есть у меня тоже такой же вариант был, но я вот чисто его прокачал сейчас для архидемона, тестирую. Поэтому у меня второй талант не прокачан. Если вы можете также поставить вот талант смотра Оракула, и в принципе вам его тоже хватит, потому что можно даже не качать, это один дополнительный удар. Ну вот такая вот сборка на сегодня топовая. По эмблемам то же самое, что и талант. Можно поставить ремка плюс любую эмблему, ремка плюс ожива. То есть можно поставить и подашку эмблема, если ремка стоит. Ремка более универсальная. То есть аналогично, варьируете, но в основном ремка ставится плюс какой-то талант, либо наоборот на PvP локации. По снаряге, какие варианты есть? Ну, вариантов тут не так уж и много. Пиромаг на лучше, конечно, всего, либо ассасин для архидемона. Больше всего я как бы использую это священный суд. Этот вариант вот на отхил, ну, он, честно говоря, никудышний. Вот это вот священный суд, самый лучший вариант и на деф, и на PvP локации, и на фарм. На урон его собирать категорически не советую, потому что будет у вас сливаться. То есть там передача, победный, можно как вариант поставить еще хранитель леса. Остальное все, честно говоря, на нем не заходит. По вариантам созвездий, если вы его используете на PvP локации, конечно же, уклонение. Если вы его будете использовать на архе, вот такой вот вариант, чтобы почаще критовал, если у вас прорыва нет. Если у вас хорошо прокачанный прорыв, вам, в принципе, этого хватит с головой. То есть такие варианты, либо же жизнь. Крит, урон, там остальное добавлять смысла нет. По питомцам защита. Сейчас, что там у него по иммунитетам? Как видите, у него иммунитетов вообще фигня. Нету иммунов прям таких. Поэтому от стана однозначно надо спасать его. То есть ставите там варианты, если на урон. Можно попробовать на PvP локации там панчбокса либо дрога, если чтобы он убивал. Но подашка нужна, потому что сольется. Ну, у меня в основном, я бывает на него ставлю там Рудольфа, чтобы снять дебафы, потому что его можно заблокировать, либо слона. То есть такие варианты. Все зависит, все питомцы, эмблемы выбираются уже от локации. По талантам я вам основные сказал. Если вы не увидели, можете посмотреть обзоры. Недавно делал разные обзоры этого героя, поэтому
Кому надо обзор по локациям, посмотреть, где какой может, заходите в плейлист с обзором героя. Этого хватит, думаю, с головой. Все, пишите комменты, ставьте лайки, пишите, какого героя следующего вы хотите увидеть. И буду делать и короткие видосы вам. Всем удачи, всем пока.